это взаимодополняющие процессы. Низкий уровень нравственности общества позволяет издавать и распространять открыто такие журналы. И наоборот, вот распространение таких журналов и печатание, оно влияет на уровень нравственности в обществе. Это такие процессы, они связаны между собой, но они еще связаны с другим, они еще связаны с преступностью. Несмотря на то, что владельцы посадили, журнал продолжают издавать. Несмотря на то, что это запрещено категорически, эти журналы распространяют и в местах скопления детей, и в общественных местах, суют поддворники, стоят какие-то там дети, непонятные подростки или женщины с детьми, и вам всучивают их на автомобильных перекрестках, где ходить нельзя. И что-то мы не видим ни одного сотрудника дорожной службы или государственной инспекции безопасности дорожного движения, который бы остановил этих людей, которые создают аварийную ситуацию. Они же рискуют своей жизнью и мешают жизням другим. Хорошо, автомобили остановились на перекрестке, но все равно это опасно. Значит, полиция потворствует этим проявлениям, значит, это источник дохода коррумпированных полицейских.